один лайк, и у тебя в жизни все будет очень круто. Костюм, всем привет, чуваки, с вами я, Панда FX, и сегодня я буду играть про... Да. Че ты ржешь, блядь? Бля, у нас серьезная передача. Держи себя в руках, пожалуйста. Всем привет, чуваки, с вами я, Панда FX, и сегодня я буду играть с мистером киберспортсменом ФК Самара Крылья Советов Акулом Бисикеном. Здравствуйте, Акул. Здравствуйте. Как ваше настроение? Заебись. Как встретили Новый год? Пойдем. Это, впрочем, так нахуй никому не интересно. В общем-то, вот, ребята, сегодня у нас на канале будет битва составов и главным героем. Состав. Не перебивайте. Ты... Хуя себе, а что за рубрика? Ты сам ее придумал? Да, кстати, я сам придумал. Прикольная, кстати, рубрика. Можно к тебе на канал тоже записать, если захочешь. Ну давайте, ребята, ставим 1 000 000 лайков, и Акулу понравится эта рубрика. Короче, сегодняшний главный герой битвы составов это Маркус. Это, ну, в общем-то, да, Акул сегодня у нас главный этот битва составер. Да, как же он шутит. В общем-то, да, начинаем со схемы. Я выписал три схемы. Я вот эти тоже вот выписал. Ты первый начинаешь говорить. А, я свою первую говорю, да? Да. А, ну, давай по фасту. 4-2. 2-2. Да! Да! Сосать, ебать! Иди нахуй! Иди на! Иди! Бля, я 3 часа думал, какую схему взять, почему именно она? Почему именно? А иди нахуй! Я с тобой не дружу. Запоминай схему. Давай. 3, 1, 4, 2. Бля, ну сука, держись. Ну сучка, блядь. Иди сюда, давай. Давай. Ржет он там. Так, моя схема. 4-3. Да. 4-3, 1-2. Иди нахуй. Пошел нахуй, бля. Бля, вот как мне этой схемы теперь что-то собирать? Ну ты заебал, блядь. Иди нахер, ненавижу эту жизнь. Ненавижу эту игру. О, ну чё, перейдем к сборке состава. На форварде справа у меня стоит... Бля, я боюсь, что ты угадаешь, бля. Ну типа, есть такое предположение. Бля, кажется, ты точно угадал. Сука, я боюсь называть. Криштиану Роналду. Да! Это Криштиану кто? Рональду! Все правильно, я его выписал, братан. Сорян, я не умею блефовать там, говорить. Вот, я просто его выписал. Роналду, ебать, Криштиану Роналду. Почему? Просто, блядь, ну ты же... Ну это же было слишком очевидно, что он у меня есть. Ну, блядь, ты говорил, вот. Справа. Ну, справа уже не... Квадрадо. Да, сука, хотел я его выписать, но я выписал Салаха. Ну, вдруг, если бы не угадал, понял? Ясно, твою мать. Окей. Бля, хоть бы не догадался, сука. Ну ты можешь догадаться, боже. А, на левом форварде у меня стоит Кейн. Харри Кейн, ебать. Фух, не угадал, надеюсь, не угадал. Ну и с ним гиперликом Дели Алли. Вот хуй теперь догадываешься, кто у меня там, блядь, стоит на ЦП. Хуй ты догадаешься. Сука. Вот так вот, вот так. Я выписал Варди и Лингарда. Что мне с квадрату делать, бля, пиздец? Да, во меня это ебёт. Сука. Итак, ребята, ситуация плачевная у меня. Криштиану меня убили. Я перестраховался и взял, наверное, не самые очевидные варианты. Хотя я не знаю, что там у акулы в голове, поэтому не буду заранее говорить ничего. Поэтому давайте. Итак, слева направо. Слева у меня стоит чувак из Лестера Дэниэль Амартей. ЦПшник это Дункан. Окей. И? Справа Буатенг. Убирай Дункан. Пиздух, блядь, ёбан. Да я же шучу, шучу, оставлю. Ах ты сука, блядь! У меня уже, знаешь, все, блядь, забомбило нахуй внутри, блядь. Иди нахер, блядь. Я думал, у тебя опять Де Брюйн же есть. Я же знаю про Де Брюйн. Ага. Про Криштиану ты тоже знал, да? Как я понял. А? Криштиану ты тоже знал. Так, ну давай теперь ты. Блять. Ну давай теперь я. Итак. Здесь. Вот ты показываешь листочек? Да. Я уже могу говорить, что... Да, 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 давай, давай. Я пиздец как рискнул нахуй. Давай. Я пытался тебя наебать. И сейчас я посмотрю, получилось ли мне тебя наебать. Я специально закрыл линк, чтобы ты подумал, что я там вставлю кого угодно. Но я вставил туда. Погба, Канте и Фабиньо. Просто три...
всех троих убирай! Всех троих! Всех троих убирай нахер! Просто всех! Всех угадал, Джек! Бля, я очки сломал! Я очки в порыве радости сломал, блядь! Ты мне очки новые должен! Какой ты логикой действовал? Я логикой действовал, которой и ты, блядь, действовал. Типа, я подумал, что ты меня захочешь наебать, типа, я линки закрыл. А в итоге всех троих... Да, всех троих! Блядь! Вот это я тебя переиграл, вот это я тебя переиграл. У тебя просто нет центра, понимаешь? У тебя просто бронзовый центр. Это мощно было. Это лайк, пацаны. Интуиция просто мировая. Бля, я очки сломал! Покажите, стой! Так намного лучше. После великолепного попадания акулы, у него немножко прибомбило. Сейчас да, он... у меня пригорело. Я уже отошел. А уже отошел, да? Да, немножко отошел, но, бля, неприятно. Слева? Слева. Ага, да. Я хотел сначала поставить Санчеса. Потом... Но... Потом я хотел поставить Марсиаля. Да. И в итоге я поставил Сосисона. Чего, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь? Сисон? Да. Кто это, блядь, такой? Ну, золотой игрок, англичанин такой. О, боже, блядь, ты че за бомж остался, блядь? Ладно. И справа ЦЗ у меня стоит Миранда. Сука! Я хотел его Кулибале написал. Фух. Слева Марсиале написал. Бля, я Марсиале вот в последний момент убрал, вот прям последний. Сука! Я вот только хотел начать, я такой подумал, бля, он точно Марсиале выпишет, и убрал его нахуй. Так, я тоже перестраховался, как ты. Ты, наверное, думал, что я Робертсона поставлю слева, так как там шотландец. И там стоит... Все-таки не Робертсон, там стоит Люк Шоу. Угу. И справа стоит вообще ты вот тут, блядь, ну... 99.9% что ты не догадаешься. Бомжа? Это вообще австриец, Бауя. Ой, ебаный рот, нет, таких да, нельзя. Да, я перестраховался. Я поставил Альбу и Уолкера. Финальная стадия. Да. Финальная стадия. Да, финальная, поехали. Я волнуюсь, честно сказать. Два ЦЗшника и голкипер. А, слева направо. А, слева у меня стоит... Бля, я тоже волнуюсь, что-то, блядь. Можешь догадаться, не знаю. Это Габриэль Паулиста. Нет. Нет? Я не в ту степь пошел, как говорится. Центральный ЦЗшник это Сидней. Ну, понятно. Ну, ебать, ты охуел? Ты Сидней взял того челика, блядь? Да. И голкипер Нето. Да, понятно, иди нахер. Короче, я не буду тянуть и сразу троих назову резко, окей? Три итальянца из Ювентуса. Барцале, Банучи, Перин. Бля, нихуя ты, блядь, нет. Как я до этого додуматься должен был вообще? Я выписал Стоунса, Смолинга и Дехи. Конечно, да, Стоунса хотел я, да. Ну, я имею в виду, сначала я смотрел АПЛ-ку. Ладненько, давай тогда сейчас соберем команды и наебашим тебе. Погнали, у меня член, блядь. Ну, понятно, я, блядь, ну, вначале хорошо начал, потом... Да, вначале ты, конечно, моего красавчика уничтожил красиво. Маркус Рэшфорд. Хорошо! Рэшфорд! Сука, какая хуёва карточка, блядь! По одному удару сделал вывод уже. Хорош квадрату! Какой отвратительный удар! Так. И вот так. Знаешь, кто забил? Бронзовый бич! Бронзовый бич! Какой ужас! Так, хорошо, навес! Фуф! Блядь! Нет! Рэшфорд! Блядь, как же он хуёво бьёт! Пизда! Даже бронзовый бич лучше бьёт. Блядь, Сидней! Эй! Отпиздил, блядь! Отпиздил! Ты отпиздил, блядь! Бежит ток за хуёво сзади, ты видел? Сиднею можно! Блядь! Нет! Блядь! Сука! Офсайд! Блядь, офсайд! Я уже чуть-чуть пересрался, если честно. Блядь, офсайд! Блядь, что за провал? Нет! Блядь! Сидней! Сука! Выноси нахуй! Бля, какой же отскок! Ой, начинается! Христа! Я просто классно играю в защите. Блядь! Сидней! Хорош, да, Сидней! Да, блядь, бей! Стоит, блядь! Хорошо, сука, блядь! Хуй!
Зеленый финшот! Ёбаный финишинг, блять, сучий. Финшот! Нихуя себе, вот это, блять, положил уверенно. Скокер, просто повезло, блять. О, боже, Редфорд! Чё это за херня? У него с ударами какая-то хрень ёбаная. Нет, так не пинай. Блять, что за удар, сосисон? Все, ребята, дополнительное время. Статистика равная, вообще все равно. Равная, пиздец. Ебать, охуительный. Ты дебил! Эшфорд, блядь. Никчемная карточка. Ты нахуй пиздишь? Красная. Красная? Нет, нет. Бля. Желтая, красная. У меня нет центрального защитника. Хорошо, вот. Блядь. Давай! Сосать! Сука, блядь! Сосать! Ти нахуй, а. Это Рэшфорд, ебать, охуительная карточка, ребят. Ну только так и можешь, блядь, когда у меня, блядь, два защитника, блядь, бомжа, блядь. Тихо! Блядь, ты как он так прям по центру прям? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ди нахуй, хватит тянуть, блядь! Ла-ла-ла. Ди нахер! Да бля, почему все в руки ебаному перину летит? Хватит тянуть, заебал, блядь! Мало того, что отскакивает, так еще и тянет время, блядь. Хорош, блин, молодец. Все просто тащит, блядь, что с ним делать? Убивай его нахуй, короче. Бля, вот сука, блядь, че его убивать, какой ты... Какой ты, блядь, нахуй? Че ты делаешь, блядь, головой, баскетболист? Ебанутый, что ли? Бля. Хватит тянуть! Иди нахуй! Я с тобой больше никогда играть не... Пошел нахуй, а. Косел, блядь, ёбан. Ой, это изи-катка была, где мои зечки? Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Ты можешь заткнуться, блядь. Блядь, заебал, сейчас я его дискорд выключу, блядь. Иди нахуй, блядь. Ну, в общем-то, ребята, вот такая откаточка. Пишите свои комментарии, что думаете по этому безобразию от Акула. Мы к нему на канал, кстати, тоже записали битву составов, поэтому переходите, чекайте. С вами был я, PandaFX, Акула, и всем хорошего настроения. Пока.